Так здорово, что мы гулять вышли. А пойдем сходим в парк с аттракционами. Там такие классные горки поставили. Только почему-то их все называют американскими. Ну, американских горок я тебе не обещаю. А вот на машинках так и быть покатаемся. Ого! Это что, новый магазин открылся? Видимо, да. Добро пожаловать в Игрулькино. Наверное, там много игрушек. Мамочка, давай зайдем посмотрим. Ну, только если посмотреть. А то знаю я вас, потом из магазина без слез не выгонишь. Нет-нет, мам, только посмотреть. Ух ты, как тут много всего. О, а там что? Мам, я сейчас. Только не сломай ничего. Ага. Привет, Стивен. Смотри, какую мне мама приставку купила. Сенсорный экран, 1500 игр, а также читает все видеоформаты. И вдобавок 128 гигабайт памяти. В общем, все по последнему слову техники. Вот это класс! Я бы тоже хотел себе такую. Ну, тебе повезло. Там на прилавке как раз последняя осталась. Лучше иди и возьми, пока кто-нибудь другой не забрал. Ну, даже не знаю. Надо у мамы спросить. Мам, купи мне, пожалуйста, приставку. Там последняя осталась. Стивен, мы же договорились, что только посмотрим и уйдем. Ну, мам, у меня такой никогда не было. Это самая крутая приставка в нашем городе. Сенсорный экран, 1500 игр, а также читает все видеоформаты. И вдобавок... Папа только вчера купил тебе машинку на радиоуправлении. Вот в нее и играй. А от этих приставок умнее ты точно не станешь. Да... Наверное, ты права. То-то же. Давай, как насмотришься, выходи. Я буду ждать тебя на улице. Хорошо. Ну что, уговорил маму? Нет. Мама говорит, что приставки очень вредные, особенно детям. Ладно, не расстраивайся. О, смотри, какой робот. Где? А, показалось, наверное. Ладно, малявка, некогда мне тут с тобой разговаривать. Пока. Я не малявка. Как будто мне есть когда с тобой разговаривать. Так, стоять, малыш. А что? Что-то не так? Мальчик, ты брал что-нибудь, не заплатив? Нет. Так, давай-ка, дружок, показывай, что у тебя в карманах. Так, минуточку. А это что, само к тебе в карман запрыгнуло? Что это, Стивен? Это не мое. Еще бы, конечно, не твое. Я не знаю, как приставка оказалась у меня в кармане. Приставка? Ну, Стивен, не ожидала от тебя. Сначала ты просишь купить тебе приставку. А когда я не разрешила, она случайно оказалась в твоем кармане. Какое совпадение. Отпустите нас, пожалуйста. А у тебя сегодня вечером будет серьезный разговор с отцом. Но я ничего не брал. Помолчи, Стивен. Ладно, так и быть, идите. Вы уж воспитайте его там как следует. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку. Что? Стив, а ну-ка перемотай немного назад. Вы только посмотрите на это. А ведь малыш и вправду ни в чем не виноват. Этот пацан в желтой футболке сюда каждый день приходит. Все на приставку новую смотрит. О, смотри-ка, а вот и он. В этот раз он с мамой пришел. Наверное, все-таки выбросил у нее приставку. Его, кстати, Брюс зовут. Я его знаю. Брюс, говоришь? Ну, Брюс толстополз. Сейчас он узнает, что такое подстава. Отличный выбор! Должно быть, мама тебя очень любит. Ага. Давайте только упаковывайте уже скорее. Жду не дождусь, когда уже смогу в нее поиграть. Ну зачем же так торопиться? Вещь все-таки не из дешевых. Проверить нужно все. Да, правильно, Генри. Вот только у меня нет никакого видео с собой. Держи, вот карта памяти с интересными видюшками. Благодарю. Ну что, уговорил маму? Проверь-ка громкость. Говорят, эти модели невероятно громкие. О, смотри, какой робот. Где? А, показалось, наверное. Ладно, малявка, некогда мне тут с тобой разговаривать. Пока. Так, я не поняла. Ты опять взялся за старое? Да они все врут.
Они все это подстроили! Хватит врать! Я слишком хорошо тебя знаю, негодник! А я уже думала, что ты начал исправляться! Спасибо, что показали нам эту запись! Да уж, пожалуйста! Приставку быстрее упаковывайте, а то только и можете, что языком трепать!